Так, начнем с простой игры, далее пойдем рассматривать. Ну вот, что мне хотелось сообщить как можно быстрее. Очень важно сразу уловить стиль. Наверное, вот мы рассмотрим игру и сосредоточимся на таких вещах очень мелочных, мелочах, но важных. Например, язык киви предлагает, что если у нас класс называется, например, там Pong Ball, да, то файл Kiwi называется именно Pong. Поэтому, наверное, это будет правильно все-таки прислушаться полностью разработчиков и взять их стиль, чтобы ничего не выдумывать. Вот это та игра, над которой, наверное, мы и поработаем. Итак, сейчас наша основная задача заложить стиль, который предлагает именно система Kiwi. Он пропустил. Шарик постоянно набирает скорость. В общем, понятно. Так, по сути дела, получается следующая картина, что вот я четко заметил день, когда разбирался, смотрел, что киви-программисты предлагают именно свой стиль, хотя бы такие мелочи, например, все классы они дописывают вверху. Ну, в общем, я думаю, это очень правильно, так как разработчики, вот то, что они предлагают, надо это и делать, потому что все-таки зачем придумывать? Вот такая вот короткая вещь, что начнем работать именно со стилем. Надо будет очень-очень подробно разобрать и как раз познакомиться с многими новыми вещами, то есть со всеми настройками, которые имеют, например, там этикетки, хотя мы с этим уже знакомы, но я думаю, что это будет правильно. Курс по Android, Python Android.spb-tut. Если трудно набрать, то наберите spb-tut.ru, это Django. Далее нажмите еще, и здесь будет Python for Android, перейдете.